Вчера ряды общественного движения «Донецкая республика» пополнили члены коллектива Зугрецкой школы номер 17. Торжественное вручение членских билетов состоялось после уроков в актовом зале образовательного учреждения. Первичную ячейку общественного движения «Донецкая республика» 17-й школы в Центральном исполкоме ОДДР отмечают как одну из самых активных первичек Зугреса. Я хочу отметить, что ваша активная гражданская позиция – это большой плюс для нашей общественной организации, для нашего общественного движения. Все граждане, а их у нас на сегодняшний день больше 205 тысяч человек, являются активистами. И на выборах 11 числа мы показали большой результат. Это говорит о большой степени доверия граждан нашему общественному движению. На сегодняшний день мы заручились поддержкой населения и получили в Народном совете более 70 депутатских мандатов. Дмитрий Нарыжный приехал в город энергетиков специально, чтобы вручить более 40 документов, удостоверяющих членство в общественном движении педагогам 17-й школы. Наша задача – все обещания, которые мы отдавали перед выборами, нам необходимо их выполнять. И я думаю, что с вашей помощью, благодаря местному отделению общественного движения Донецкой республики в городе Зугресе и во всех остальных городах, мы добьемся только положительного результата. Спасибо большое. Председатель организации республиканцев в Зугрецкой школе номер 17 Центральный исполком ОДДР отметил благодарностью за активную работу. Учащиеся и коллеги Алены Симоненко поддержали руководителя первички бурными аплодисментами.